Всем большой привет. Меня зовут Эмма Нолан, мне 17 лет. Возможно, вы слышали про липовый выпускной в Индиане. Я просто хочу пойти на бал, как все остальные. Кто против? Я знаю, у каждого из нас своя история и своя боль. О боже, вы только взгляните. О ней гудит весь Твиттер. Она хотела пригласить свою девушку на выпускной бал. Городской совет отменил бал? Мы должны туда поехать. Да. Устроим им кромешный ад. Это будет самым большим событием в Индиане после... Что у них там было в Индиане? Я приехала сюда, чтобы выступить в защиту юной девушки. Вы кто, позвольте спросить? Либерал из Бродвея. Мы не монстры. Мы разрушители правил. Ваши убеждения — это не наши убеждения. У нас свои ценности. Знаешь, когда мама и папа перестали меня любить, я думала, хуже не будет. Такой одинокой я себя никогда не чувствовала. Ты не одна. У тебя есть друзья. Ну а где они? Ну что ж, друзья, пришло время засучить рукава и устроить выпускной собственными голыми руками. Сколько же на свете чокнутых? Но это было мужественно. А сейчас будем веселиться вовсю! It's time to build a prom for everyone, show them all. It can be done if music plays and no one cares who you're. В душе родилась песня, которую я посвящаю тем, кто любит не так, как большинство других людей. Я расскажу свою историю. Хорошо, вы меня убедили.